когда где-то останавливались, да, и кто-то подрезал, что-то делал там, и когда ты боком становишься, и знаешь, ты, я стекло открывал, ну вот эта машина же маленькая же, когда вот так я на них посмотрел, им хватало, это они сначала, не знаю, девушка сидит такой маленькой машине, да, потом удивлялись, наверное. Кстати, вот эта сфера тоже продается. Все здание? Да, она полностью продается. За 40 там миллион. Эти Тесла делали заправку. Да, за 40 миллионов долларов продается. О, это только Рыболовлев, мне кажется, такое покупает и не продает. Хотя Рыболовлев все в России продал уже. Полин, знаешь Рыболовлев? Лично. Слышал, да? Вот у него осталось последнее место. Воздвиженка Плаза. Знаешь, что такое? Что вы снимали? Да, мы видеоблог снимаем, снимали с этого, со съемок. Я тебе сейчас покажу.